В ЕАО ожидается освобождение поверхности Земли. От снежного покрова. На поверхности появится прошлогодняя трава и другая растительность, которая может загореться даже от случайной искры. Любое, на первый взгляд, незначительное возгорание травы способно повлечь за собой настоящую катастрофу, если огонь перекинется на лесной массив или жилые строения. Ежегодно такие пожары наносят колоссальный вред природе, и на борьбу с ними уходит огромное количество сил и материальных средств. Главное управление МЧС России по ЕАО предупреждает жителей области, что за сжигание травы и мусора предусмотрен административный штраф. На граждан – до 1500 рублей, на должностных лиц – до 15 тысяч, на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.